Служба национальной безопасности непризнанной республики Нагорного Карабаха, а также военная полиция Армении обратились к гражданам Армении и НКР о необходимости вернуть оружие и боеприпасы, которые они получили для ведения боевых действий против Азербайджана. Требования касаются оружия, боеприпасов, средств связи, приборов дневного и ночного видения, тепловизоров и прицелов, а также приборов, подлежащих официальной регистрации. Официальный срок сдачи оружия и боеприпасов до 10 января 2021 года, а уже с 11 января незаконное ношение, хранение и перевозка оружия и боеприпасов будут караться по законодательству непризнанной НКР. Но тут возникает вопрос, а каким образом это будет контролироваться и проверяться? Как мы знаем, во время боевых действий, когда задействуются незаконные вооруженные формирования и неофициальные вооруженные силы, как добровольцы, наемники и партизаны, учет выдачи оружия и боеприпасов порой выходит за рамки официального регламента и бюрократии. Какие гарантии будут у граждан Азербайджана, что некоторые граждане так называемой НКР не попытаются спрятать под кроватями или в схронах свое или найденное оружие, как нередко бывает у проигравшей страны? Тем более, мы должны учитывать тот немаловажный фактор, что на данный момент в НКР не азербайджанская конституция и закон, а армянская самопровозглашенная администрация. А незаконная власть НКР сама выдавала это оружие и теперь сама же якобы его будет забирать. Каковы гарантии того, что это не просто фиксы для того, чтобы сделать видимость демилитаризации? Какие гарантии будут у граждан Азербайджана, что оружие не будет лежать до тех пор, пока в определенный и нужный кому-то момент им кто-то не воспользуется? Эти гарантии может предоставить только законная власть и азербайджанская конституция.